Впервые в Магнитогорске во Дворце спорта имени Ивана Рамазана открылась ярмарка верхней одежды «Ермак». Несколько тысяч моделей женских, мужских и подростковых курток, плащей, ветровок 42 до 72 размера. Но больше всего покупателей удивит даже не ассортимент, а цены. Они начинаются от 2000 рублей. Отечественная текстильная промышленность сегодня предлагает большой выбор современных утеплителей, легких, но надежных. Тинсулейт и термофин не дадут замерзнуть, а дышащая структура невесомого утеплителя создает внутри одежды комфортный микроклимат. Мы привезли более 5000 моделей различных курток, ветровок, пальто. Все отшивается на наших российских фабриках. Качество нашей продукции очень хорошее. Огромный размерный ряд представлен от 42 по 72 размер. И все это по оптовым ценам от производителя. Не мерзнет тот, кто вовремя и качественно утеплился, а еще получил удовольствие от покупки. Вы знаете, вот я прошлась по многим выставкам курточек. Вот остановилась на этой. Она, во-первых, и по размерчику мне, по качеству очень хорошая и, как сказать, модная. Я считаю, что я ее, не то что считаю, я знаю, что я ее куплю. Выбор очень большой, во-первых, и по фасону, и по цветовой гамме можно. Для нас, для тем более в нашем возрасте такой вот, тем более можно выбрать. А что по цене? И по цене. Я так считаю, что как бы там ни было, мы пенсионеры, купить можно. Следует поторопиться за покупками, ведь ярмарка «Ермак» пробудет в Магнитогорске лишь до 30 сентября. Открыта она с 10 до 19 часов. Приходите во Дворец спорта имени Ивана Рамазана на Ленина 97 за стильной и теплой осенней одеждой.